Рыбакит, папа рисует. Доброе утро, друзья. Нет, добрый вечер. Нет, добрый день. Да, сейчас у меня день, и меня зовут Ваня. Я рисую на вот таком канале Рыбакит. У меня такой кит плавает. Рисую на сегодня на тетрадке. У нас сегодня арт-пятница. Рисую пиццу. Пицца. Я подумал, что пицца хорошо подойдет. Почему? Потому что пятница — это часто вечер пиццы. У многих, у меня тоже бывает такое, приз, или, ну, бывает такое, что я хочу пиццу и ем именно в пятницу. И сегодня хотелось бы, ну, не знаю, получится или нет, но, по крайней мере, я нарисую пиццу. И сегодня я рисую пиццу, большую пиццу. Взял серый фломастер и нарисовал пиццу. Это то, что вот основа, это набросок. Мы с тобой, как профессионалы, рисуем вот таким фломастером. Сейчас покажу. Многие спрашивают, чем рисую после каждого эфира. Чем ты рисовал? Вот таким фломастером рисовал. Фирмагамма, 36 цветов. Супер яркие, сочные цвета. Обзора еще его не было, но скоро сделаю обзорчик. Серая пицца, конечно, не будет. Она у меня будет желтая. И для основы сразу накидай желтого побольше на эту пиццу. Потому что мы, как настоящие художники, готовим пиццу. Мы готовим тесто сначала. Тесто. Рисуем каляка-маляка. Сегодня опять тема, когда ты можешь рисовать каляка-маляка. Держать лучше фломастер правильно. У нас классический фломастер рисует очень тоненький. Это проблема раскрашивания. Но ничего, мы так справились, да? Вроде нормально. Возьму потемнее, и я хочу такой вот цвет взять, такой вот оранжевый такой. И теперь начинаю калякать оранжевым цветом. Вот так. Вот здесь у меня такая вот... это пицца. Понимаете, это пицца. Ту-ду-ду-ду. Здесь закрашиваю все таким более оранжевым цветом. Но еще не совсем оранжевый. Он такой среднеоранжевый. А вот здесь я добавлю уже пиццу, которая сильно оранжевая. И вот так вот она идет. Вот так она закручена. Это пицца. Такой кусочек пиццы. Вот так я его даже обведу. Хорошо его видно. И здесь оранжевый добавлю. Это ее причесочка, моей пиццы. Клевая кавайная. Сегодня рисуем кавайные рисуночки, так что вот сегодня это подходит. Как раз кавайная пицца и красный цвет. Лови, ищи красный цвет, рисуй колбаску или помидоры. Я думаю, это может быть помидоры, потому что это может 4 пи, сыра, какая-то такая пицца вегетарианская. Многие сейчас кушают вегетарианские пиццы. Очень они любят. Но иногда и колбаску. Или, например, еще добавляют грибочки. Грибочки. Вот такая пицца у меня. Вау! Теперь из нее кавайную сделаем. Это большие глаза, черные, обязательно черным рисуй большие глаза, несколько раз обведи, оставь зрачки, чтобы блестели, а остальное все закрась вот так, раз, два, три, опа, куда мое видео делось, опять появилось, почему мое видео выключается, я не знаю, извините, пожалуйста. Но такое случается. Вот такая у меня пицца получилась. Она еще не готова, потому что я ее хочу обвести. Конечно же, вот так вот. Обвести мою пиццу. Сюда ввожу. Сюда. И вот теперь эта пицца готова. Мне нравится вкусная, яркая, сочная. Фломастерами рисовать нравится. Мне, хотя я ими редко рисую. Вот так вот еще можно нарисовать такие полосочки. Она блестит, яркая, зовет тебе вечер пятницы. Арт-пятница заканчивается. Сейчас я буду смотреть все ваши работы. И здесь вот так вот она. Она вот такая. Хи-хи, привет, ребята. Она сама как сердечко и дарит тебе сердечко тоже. Вот такая у нас пицца получилась. Кавайная. Сегодня я порисовал много каваев. И мне нравятся такие рисунки рисовать. Я пробую новые фломастеры. Сегодня я рисовал первый раз с этими фломастерами. В принципе, мне понравилось. Сочный, яркий, большой выбор цветов. Я все даже не смог попробовать. Когда я буду рисовать... море или еще что-то, мне может быть для ракушки какой понадобится. Сейчас мне понадобится всего несколько цветов. Ну, хотя бы, наверное, 12 цветов нужно. Мне яркие самые цвета понравились. Вот этот вот цвет понравился. Вот этот цвет. Розовый цвет отличный. Черный цвет хороший, плотный. И синий цвет тоже хороший. Фу. Сегодня закончили. Я посмотрю сейчас все ваши работы. Добавлю, сколько работ. Вау, еще 8 штук, отлично. Я сейчас добавляю, ставлю